сейчас как раз. То есть ее комплектация позволяет непосредственно... Концентратки она обожала. В 2014 году, значит, под давлением наливается мерная емкость тарина. Получаем вес гены, что будет составлять... Вообще, востребовано это? Ну, в данном случае мы проверяем огнезащитную обработку деревянной конструкции, которые были отобраны из чердачных помещений. Проверяем на степень проверяем огнезащитную обработку на соответствие качества. Подставку и в течение 40 секунд проверяем степень горения. То есть, есть ли устойчивое горение данного образца или нет. Огнезащитная обработка. В данном случае по испытанию 40 секунд не прошло. Не соответствует требованиям пожарной безопасности. В теплофизической мы проводим испытания в основном огнезащитной обработки деревянной конструкции. Проверяем группу горючести сгораемых материалов. Устанавливаем класс. Ну и, соответственно, определяем, соответствуют данные образцы требованиям нормативных документов или не соответствуют. Соответственно, после этого даем акты соответствия. Источников пожара, являлись ли они источником пожара? Нам надо попроще как-нибудь. На данном участке представлено оборудование для производства исследования медных, алюминиевых электропроводников с целью установления аварийных режимов работы на них. Данные проводники замаются на месте пожара. То есть необходимой частью нашей работы является либо подтверждение, либо исключение версии возникновения пожара, связанного с электротехническим источником зажигания. То есть часто возникновение пожара, значит, предшествуют какие-то аварийные режимы работы, то есть перегрев проводов, перегрузка, либо короткое замыкание. Короткое замыкание у нас может быть как первичным, так и вторичным. То есть как короткое замыкание может явиться как следствием пожара, так и возникнуть в процессе. Значит, на изображении мы видим более светлые участки – это медь, купрум. Наиболее темные участки – это окись меди. То есть вещество, образовавшееся при возникновении как раз короткого замыкания. Чем больше темных участков, соответственно, больше окиси меди. Соответственно, данное оплавление образовалось при нормальном температуре атмосферы, то есть до возникновения пожара. Химического состава. Основной целью создания судебно-экспертного учреждения – это оказание помощи органам государственного пожарного надзора, в том числе при проведении расследования преступлений и правонарушений, связанных по делам о пожарах, что, в свою очередь, помогает органам дознания и следствия выявить виновников пожара и, в соответствии с законодательством Российской Федерации, привлечь их к административной либо уголовной ответственности. Что касается причины, более 80% причину мы определяем. Конечно, бывают случаи, когда причина не определяется. В основном причину все-таки мы можем установить. Все зависит, и еще очень большой фактор является, как органы дознания и следствия осуществляют сбор первичных материалов по пожару, на основании которых мы зачастую экспертизы проводим. То есть он пока где цепляет? Вот, и в реальном времени. Красно, что